Сейчас я вам его дам. Спасибо за визит. Да, Шулька, у тебя что, сандалий слетел? Давай быстрее одевай, нам сейчас посылку отдадут. Оп, давай, второй. Давай. Вот это да, вот это посылочка. Ух ты. Смотри, какая большая. Как мы ее домой-то понесем? Вот так. М? Как так? Как так? Подожди, дай документы заберу, все заберу. Все, спасибо большое. До свидания. Я могу так принести ее. Вот так вот? Да. Ты понесешь? Ну давай, неси. Пошли, Дашуль, не надо. Дашуль, держи зонтик, он тяжелый. Смотри, а вот и дождик кончился. Ура! Друзья, всем привет. Забрали мы только что посылочку большую. Как вы видите, на коробке написано «Тонировка нового поколения». Наконец-то я заказал себе шторки в грузовика. Так что, когда настанет хорошая погодка, будет светить солнышко, перестанет капать дождик, мы обязательно продолжим это видео, только уже в салоне моего грузовика. Сделаем распаковочку. Обещаю, без вас я ее открывать не буду. Откроем вместе. Я очень много видел всяких разных шторок. Ну и лучше, чем шторки Трокот, я не встречал. По качеству Трокот делает самые хорошие шторки, поэтому шторки я заказал именно у них. Друзья, выбрались мы с нашей стоянки на такую замечательную площадку, вот, с той целью, чтобы открыть посылочку. Сегодня утром я ее получил, вот, и сегодня же мы ее с вами распакуем. Здесь находятся шторки от производителя Трокот. Сейчас мы достанем их. Упаковано довольно-таки так хорошо. Все доехало, надеюсь, в целостности. Пока еще не вижу. Целлофановый пакет, чтобы не промокло ничего. Вот такие вот шторочки. Тут их две штуки. Сейчас подробнее посмотрим. Я пока их отложу в сторону. Посмотрим, что у нас в пакете. Тут лежат какие-то, видать, инструкции. Инструкция по установке, инструкция по монтажу солнцезащитных экранов. Что нам еще положили? Вот такая вот бумажечка. Если для номера телефона. И вот сама бирочка от этих шторок. Где-то тут должны быть еще крепежечки. Сейчас, наверное, они из пакета выпали. Ну-ка, Анют, придержи. Придержи, я не хочу их ложить на землю. Вон. Вот, пакетик. Я знаю, что где-то должны
быть еще крепежки. Вот такой вот пакетик с крепежечками, с двухсторонней лентой, перед установкой, инструкция. Вот сейчас мы это все дело изучим. Давай посмотрим, что тут нам прислали. Они между собой даже склеились магнитиками. Здесь вот эти магнитики, чик, по периметру. Вот магнит, вот магнит, вот. То есть держаться должны они очень-очень хорошо. Пойдем примерим. Какая левая, какая правая. Наверное, как-то вот так вот, да? Переместились мы в салон автомобиля. Сейчас будем пробовать примерять. Для начала примерим. Окошко предоткрою, а то здесь у нас совсем жарко. Так. По-моему, вот так вот, да, должно быть? Нет, не совсем так. Подожди, что-то я... Места мало, нифига не пойму, как оно должно быть. Вот так вот. Вот так вот, да. Ну вот. Шторки вставляются вот сюда. Ух ты, какая красота. Ну сейчас они просто, получается, вставлены. Их надо будет сейчас еще повесить на магнит. Ой, пардон. Угу. Ну все, ладно, подходит. Подходит. Это очень хорошо. Это очень хорошо, уже радует то, что нам прислали то, что нам надо от нашей модели. Вот, ну и теперь мы будем разбираться вот с этими вот крепежечками. Предварительно прочитаем инструкцию по монтажу, чтобы нам нигде не ошибиться. Обезжирил поверхность, куда будут приклеиваться вот эти вот железочки. Теперь я их приклеиваю, примагничиваю вот сюда вот к сетке. Устанавливаю сетку вот на свое место. Чтобы не ошибиться, я решил воспользоваться карандашом. Сделал пометки. Вот. Тут я уже тоже все отметил. Теперь сеточку в сторонку. Магнитные вот эти вот железочки тоже убираем. Вот. Сетку пока в сторону. Дальше. Дальше будем клеить вот эти вот пластиночки. Сразу со всех снимем ленту. В другую сторону. Все правильно. Пятое. Все, прижмем их, чтобы они наверняка у нас приклеились. Теперь пробуем устанавливать сетку на место. Правильно же, да? Вроде бы правильно. Все. Оп. Оп. Все на месте. Тут на месте. Тут на месте. И тут на месте. Вот такая вот красота получается. Здесь специально сделаны такие вот хлястики, чтобы можно было удобно демонтировать. Давайте с этой стороны тоже установим наши замечательные шторки. Обезжириваем. Обезжирю сразу по кругу, чтобы не ошибиться. Сразу везде протер. Ну, а потом уже начнем клеить. Сейчас как раз спирт высохнет. За это время мы подготовим наши вот эти вот железочки. Здесь у нас творческий бардак. Обезжиривал я спиртом, чистым спиртом.
его поставить. Давайте с кадра уберем. Пузырек этот. Так. Также давайте примерим. Как оно должно быть? Вот так вот, да? Идеальная форма. Ни один комар по периметру не просочится. Все. Так, теперь далее в нашей программе берем вот эти вот жилеточки. И вот так вот их вот сюда вот прикладываем. Все, супер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть креплений. Теперь шторку устанавливаю на место. Все, вот она стоит. Теперь где-то у меня был карандашик. Карандашом помечаю. Я решил, что таким образом установка для меня будет проще. Снизу у нас магнитиков нету. Маленькие точечки ставлю, чтобы проще было потом сориентироваться, где что как. Все, магниты эти снимаем. Пока мы размечали, у нас спирт подсох. Снимаем защитную ленту. Все шесть штучек готовы, можно их начинать клеить. Так, начнем сверху. Блин, солнышко прямо в глаз светит. Первое есть. Третье. Осталось еще две. Придавливаем, чтобы наверняка все приклеилось. Пробуем. Пробуем теперь поставить на место. Оп.
все, примагничиваются они на свои места и никуда не деваются. Все, класс. Вот такая вот получилась сеточка. Вообще приобрел я эти сеточки с той целью, чтобы можно было комфортно спать ночью, чтобы не кусали мухи, не залетали комары. Сейчас пойдем покажу, как это все выглядит снаружи. Сеточка имеет такую ромбовидную форму. Вот, в зеркало видно довольно-таки неплохо. Вот так вот выглядят шторки снаружи. В данный момент Анютка нам машет ручкой. Ну, можно сказать, я вообще ее не вижу. Вот она спереди. Тут вот хорошо видно. Ну и вот с правой стороны она тоже стоит, машет нам ручкой. Ну, а мы ее не видим. Друзья, ну а если вас заинтересовали такие шторки, то обращайтесь по ссылочкам в описании. Интернет-магазин Сергей Трокот. Каркасные шторки в наличии под заказ. С доставкой в любую точку мира. Звоните 8-927-36-99-38. Здесь вот у него есть группа. Вот такой же здесь мерсик. Тоже с установленными шторками. Есть на Volvo. Есть на Scania. Есть на все легковые автомобили. Почему стоит заказать шторки именно у Сергея? Потому что Сергей специализируется в основном по шторкам для грузовых автомобилей. И это исключает ошибку при выборе шторочек. Рекомендую. Ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока. Знаете, кто за рулем? А за рулем-то не я. Эй, меня подожди. У меня штаны сваливаются. Давай. Теперь с тренировкой можно и тебя в рейс отправлять.